Всем привет, друзья, с вами Виталий Буц и No Mercy Radio Short News. Спасибо ребятам, поддержавшим эту рубрику. Сегодня это Дмитрий и Борис Самеди. Ну а теперь, как говорит Макс Каменчиков, без лишних слов к новостям. Ну а теперь к рубрике «Что там у Аматори?». Парни запустили любопытный конкурс, победитель которого получит 50 тысяч рублей и возможность записать трек на студии группы. У Аматори остались треки, которые не вошли в альбом Doom, и один из них группа решила отдать под конкурс. В чем суть? Нужно придумать текст и записать вокальную партию к их инструментальному треку, скачать который можно по ссылке у них в группе ВКонтакте, и выложить ее в формате аудио или видео в комментарии под постом с конкурсом. 30 января прием работ будет завершен, и лучший из них будет отмечен суперпризом. Время еще есть, и мне было бы приятно, если победил кто-то из подписчиков на Mercy Radio. Формация Nuki выпустила клип на трек под названием «Пищевая цепочка». Клип они сопроводили вот таким текстом. Для изучения людей в рамках социального эксперимента создали специальные условия. Власть, иллюзия выбора, тотальный контроль, шоу. Какие уроки из этого должны вынести участники и наблюдатели? Из примечательного в этом клипе также снялся Сергей Чуп из группы «Смех». Кстати, на февраль-март у группы запланированы концерты в Ростове, Краснодаре и Воронеже, Питере, Москве, Таллине и Риге. Партнеры этого выпуска — группа «Машнин Бэнд», которая не так давно выпустила клип на трек «Сказать нет», ссылка на который есть в описании ролика. Имеешь право сказать нет, имеешь право сказать нет, имеешь право сказать нет. Green Day выпустили клип на трек «Oh Yeah». Видео ничего, сам трек тоже, хоть и звучит, на мой взгляд, ну уж слишком попсовенько. Но я думаю, что панк-старички его таким и задумывали, у них есть планы, они его придерживаются. В клипе Green Day собрали множество так называемых вирусных видеороликов, героями некоторых из которых выступили сами музыканты. Также в ролике высмеиваются актуальные проблемы, такие как зависимость от современных технологий и страсть к самолюбованию. Напоминаю, что 24 мая группа приедет в Россию и сыграет на стадионе «Спартак» в Москве, а новый альбом Green Day «Father of All Motherfuckers» выйдет 7 февраля. Обязательно пишите в комментарии, как вам сегодняшние новости и о каких новостях вы хотели бы услышать в ближайшем выпуске. Спасибо всем, кто копеечкой поддерживает нас, это мотивирует меня больше заниматься всем этим. Прошу прощения за то, что выпуск получился коротким, причина тому, то, что я опять приболел. Я смотрю, сейчас вообще много людей болеют и заражают друг друга. Пойду пить чаечки и горячие морзики, вы же держитесь подальше от кашляющих и чихающих. Спасибо, что досмотрели ролик до конца и пока. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо.